Накануне госавтоинспекция провела профилактическое мероприятие «Безопасная дорога в школу» в парке культуры и отдыха. Акция прошла в рамках всероссийской кампании «Внимание, дети», а также месячника по безопасности дорожного движения. Автоинспекторы раздали родителям и детям памятки и провели разъяснительную беседу о правилах дорожного движения. Сегодня в парке было большое количество как детей, так и родителей. Поэтому после первых звонков, вообще после линеек, все дети с родителями направились именно в парк. Госавтоинспекцией для снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма запланировано еще ряд профилактических мероприятий, акций, такие как «Юный пешеход», значит, месячники будут проводиться в общеобразовательных школах для детей и, соответственно, в общественных местах для родителей.